В студии ТНВ 6 претендентов на ТВ-карьеру. Первым делом жеребьевка, кому за кем выступать и какой собеседник достанется, узнают прямо на месте. Соберись, теперь ты знаешь, концентрируйся. К разговору с каждым из 5 возможных собеседников участники готовились. Главное – справиться с эмоциями. Волнуюсь, но желание работать на телевидении большое. Заранее мы подготовили материал, то есть вопросы. Человек должен уметь в любой момент найти общий язык с личностью, если хочет стать вот настоящим журналистом. И первое интервью с исполнительным директором ТНВ Айратом Сибагатуллиным. Все ли вы успели на посту министра культуры? Из кого берете пример, интересуется Айзеля Шаймухаметова. У себя в Актанышском районе 3 года она работает в школьной телестудии. Как проходит день редактора, спрашивают руководители татарского отдела «Татаринформ» Рамиса Латыпова. Сегодня у всех легкое общение, небанальные вопросы и знания биографии собеседника. Среди интервьюируемых и руководитель «Ватаным Татарстан» Миназаим Сафаров, редактор «Матбуга.ру» Данил Сафаров, глава ГТРК Фирдус Гималдинов. Последнего Сирина Сахапова из Лениногорского района спросила даже о сходстве его книги с произведением Агаты Кристи. На память групповое фото и самые позитивные впечатления от интервью. Все прошло очень хорошо. Мне попался человек, которого я хотела. Когда дома даже рассматривала личности, готовила вопросы, хотела, чтобы попался именно Рамис Латыпов. И сразу обсуждение жюри. Выбор сложный, ведь в финале самые лучшие. Хорошая речь, манера, эмоциональность и поведение перед камерой. То есть вполне хорошие профессиональные качества проявили. Очень тщательная была подготовка, очень проработаны вопросы. И, соответственно, у каждого конкурсанта интервью состоялось. И мы сейчас в очень сложном положении. Из 6 нам нужно отобрать 3. На это еще есть время. Имена 3 счастливчиков объявят 15 мая. Лина Зинатульна, Андрей Натальцев, ТНВ, Казань.